Направо пойдешь в аквапарк, придешь, налево пойдешь в город аттракционов попадешь. Сегодня состоялось очередное заседание градостроительного совета. На повестке дня всего один вопрос. Проект застройки парка 500-летия Чебоксар в рамках проекта «Этническая Чувашия». В кластер «Этническая Чувашия» входят два проекта. Этнокомплекс «Амазония» на территории парка 500-летия города Чебоксары и комплекс «Ясно» в Чебоксарском районе. Проект входит в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в России. В этом году мы получаем по этой программе под этот проект 200 миллионов рублей. В следующем году также мы получаем эти деньги. Объекты инфраструктуры, электро, газа и водоснабжения, водоотведения строятся за счет федеральных средств, а также консолидированного бюджета республики. Все туристические объекты за счет внебюджетных источников. Строительство туробъектов ведется в три этапа. На сегодняшний день закончены работы по благоустройству водоема. И вы все видели пешеходные дорожки, скамейки, урны, ландшафт. Закончен монтаж центральной колоннады на центральном входе, 6 полуротонд для аллеи скульптур героев народного эпоса. Построена чаша фонтана на центральном входе в этнокомплекс «Амазония». Общий объем выполненных работ по центральному входу составляет 90%. Ведется установка скульптур героев народного эпоса. Завершена сборка железобетонного каркаса здания административно-развлекательного комплекса справа от центрального входа. Закончены строительно-монтажные работы по строительству бассейна внутри АРК. Заканчиваются работы по устройству кровли. В работе внешние фасады административно-развлекательного комплекса. По АРК общий объем выполненных работ 70%. В этом году ко Дню Республики 24 июня планируют открыть центральный вход с аллеей героев народного эпоса и группу фонтанов. Затем поэтапно должны заработать город аттракционов «Смешарик Лэнд», музейно-выставочный комплекс «Тухьям», аквапарк и ресторан. Строительство этих объектов начнется сразу после того, как они пройдут согласование во всех инстанциях. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.